До 9-го международного форума по педагогическому образованию ИФТ-2023 остается 6 месяцев, а подготовка к масштабному мероприятию уже идет полным ходом. 1 декабря стартовала регистрация участников форума. Организатором мероприятия является Казанский федеральный университет. В 2022 году форум стал крупнейшим научным событием в области подготовки учителей в России и собрал на своих площадках более 12 тысяч участников. Они представляли порядка 30 стран мира, что говорит о неослабевающем интересе российских и зарубежных ученых к тем вопросам, которые мы поднимаем. Не менее грандиозные задачи мы ставим перед собой и на будущий 2023 год, когда мы будем проводить наш форум в 9-й раз. Главной темой 9-го форума станет качество педагогического образования в условиях современных вызовов. Также организаторы выделили основные направления работы ИФТ-2023 – воспитание в современных социокультурных условиях, традиции, новые вызовы, ответственность, методическая подготовка учителя как фактор эффективности педагогического образования и историко-педагогическое наследие и подготовка учителя, национальные ценности, современное осмысление и лучшие практики. ИФТ – это одна из крупнейших в мире социализированных площадок по педагогическому образованию. ИФТ-2023 традиционно пройдет в гибридном формате. Для нас очень важно развивать международное сотрудничество, поэтому в этом году мы продолжаем наше взаимодействие с коллегами из-за рубежа, в том числе с коллегами из университетов Средней Азии. И мы будем выстраивать ряд сессий. Это и круглые столы, и мастер-классы, и заседания исследовательских групп с учеными и педагогами-практиками из Казахстана, Туркменистана и Узбекистана. В следующем году форум ИФТ-2023 пройдет с 24 по 26 мая. Напомним, что впервые такой международный форум прошел 3 июня 2015 года. В нем приняли участие 165 человек. Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз.